Всем привет-привет, всем доброго дня, с вами Елена. Впереди у нас выходные, и я уже с обеда решила начать потихонечку уже закупаться к выходным. Это я сбегала уже в обед в Санту. К сожалению, чек я, как всегда, забыла на кассе, поэтому весьма приблизительно вам сейчас расскажу. Вот салат с баклажанами, где-то там 2 с чем-то стоил, вот этот сервелат венгерский. 4 с чем-то, печенье там постное я еще взяла, сразу было 2 пирожка с яблоками, такая колбаска бонзай 250 грамм, 2 с чем-то, хлеб хуторской особый, он с семечками, потом я еще взяла фарш куриный, наверное, грамм 300 здесь. Это уже в петрухе я взяла. И взяла еще такие вот готовые котлетки. 4 штучки. Я на выходных их пожарю. Ну, а так как я хотела кушать, было время обеда. Конечно, я уже все распаковала колбасу. И сделала себе бутерброды с салатом. Поэтому начала снимать в обед. Вечером приехала Маша. И вместо того, чтобы отдыхать, вот сидит, занимается ребенок. По дороге домой я еще забежала в магазин, купила таких 2 паштета, нежный и печеночный, они по 200 грамм, рубль 25 каждый стоит. Макароны я купила такие вот, буду готовить макароны по-флотски, ну или как-то что-то похожее макароны по-флотски. Не помню, сколько они стоили. Купила еще вот... А, это тоже покупка из Санты. Морковку я купила. 54 копейки килограмм. И купила еще лука. Потому что дома уже все закончилось. Ну, а сейчас будем готовить макарошки. Водичка закипает. Я уже пересыпала часть... контейнер. Для заправки макарон поджариваю вот куриный фарш. Макароны наши закипели. Поджариваю куриный фарш. Добавляю туда морковку потертую на терке, лук. Оставляю чуть-чуть вот поджариться, потушиться, а теперь просто обжариться. Добавила специи, посолила. У меня осталась морковка. И я очень люблю морковку потереть, заправить чуть-чуть растительным маслом и посыпать сахаром. Очень полезно, ну и как десерт. Но я его съела сразу, раньше ужина. Вот он, наше мясо уже почти готово. Макароны уже сварились. Маша общается с Ваней. Мама, что ты делаешь? А ты у меня нет. А вы делали по ИОТ пикетаж этот вонючий? Так, наш ужин готов. Посмотрите, что у меня получилось. Ну, не знаю, как это блюдо назвать. Макароны, заправленные, наверное, мясом с овощами. Или макароны по-флотски, как кому нравится. Ну, кушают ребята. Всем приятного аппетита. Так, это я снимаю, уже продолжаю на следующий день. Готовлю завтрак. Всем доброе утро. Буду готовить омлет. Взяла вот 2 видов колбасу. Обжариваю ее на растительном масле. Взяла 2 яйца. Я думаю, что нам с Машей хватит. Взбила. Добавляю молока. Тоже взбиваю все. Такой легкий завтрак.
колбаска уже поджарилась. Заливаю это все смесью яиц и молока. Да, колбаску надо распределить, чтобы была она равномерна в нашем омлете. Накрываю крышкой. Вот, помидоры я почему-то не купила, забыла, поэтому я добавила вот корейской морковки с баклажанами. Так необычно, но вкусно получилось. Сыра еще сверху положила. Вот, закрыла крышкой. Такой вот получается омлет. Зелени посыпала, петрушка и укроп у меня замороженный. Ну и сейчас будем завтракать. Вот уже наш омлет в готовом виде. Будем сейчас пить чай. Будем пить чай, завтракать и собираемся. У Ани сегодня день рождения, и мы собираемся к ним в гости. На подарок я приготовила, ей купила такой же выпрямитель для волос, как и у меня. Ей тоже понравилось. Ей надо и для работы, и для себя. Поэтому я заказала еще один и понесу, вот мы понесем ей подарим. Это у нас напиток для зятя. Вот в каталоге выпрямитель стоил 82,89. В каждом каталоге разная цена, ну надо по акции смотреть, чтобы была нормальная цена. Собираемся. Цветы купим по дороге, где-нибудь там ближе к дому. Ну, а сейчас вот уже выходим.